Всем привет! Меня зовут Макс Брандт, и особенный привет тем, кто смотрел мое прошлое видео по FIFA 17, где я обозревал свои составы, и сегодня, как и обещал, мы играем первый тур Олапа с моими друзьями-МЛСниками. Первый соперник — это Франция-Италия, Сыктывкар FC. Так, форму выбираем, теку, классику, Реал, 99-2001 год. Выездная, черненькая, красивая. И мои парни пытаются биться против просто охренительного состава. То, что мы не выиграем, у меня практически нет никаких... Ну, такого я не ожидал, такого позора с первых секунд. Цель какая? Забить в первом тайме, потому что ко второму они уже просто выдохнутся все в ноль. В этом минус конкретных игроков и вообще... У меня нет шансов. Нет шансов все больше и больше. То есть, если их вообще не было, то сейчас их просто ноль. Как же они давят? То есть, 15 минут, 2 гола, и у меня даже не было не то, что ни одного удара, ни одного подхода к штрафной. Понятно, Кефир бы там выиграл бы и этого, и любой команды там вонючей. Но я же не киберспортсмен. Я так чисто играю периодически вечерами, потому что больше нет времени. И как бы все, что умею. Ой, сюда. Да, Адамс. Ой, давай бей! Да! Да ладно! Воу! Не ожидал! Левый винг, я так понимаю, забил. Фу! Я просто не... То есть раз, вот он ошибку, конечно, сделал, вратарь почему-то тоже лоханулся. И мой афро-француз забивает гол. Это очень круто. Не, слушайте, мои прям начали играть после забитого гола Рьяна. Нет, нельзя выиграть так, потому что у нас не хватает ни... Ой, у нас хотя пасы так проходят. Ай-яй-яй-яй-яй, что же так? Видел, что выходит, перебрасывал, чтобы дать пас, но чуть-чуть не хватило доли секунды. 1-2, не в мою пользу, как вы понимаете, но... Не так плохо по цифрам играем. Для такой команды так вообще шикарно. Ничья меня полностью устроила. Вот победа даже не нужна, потому что она не по игре. А вот ничейка бы за волю, за стремление. Ну, блин, не переключался на защитника, вы видели. Ну, это как бы мало бы меня спасло, но хотя бы было бы... Была бы возможность. Бран, смотрите, как... Идем. Ой, пенальти. Не люблю пенальти, здесь бью плохо, но как бы надо что-то делать с этим. Ай, Брандт. Меняем левого флангового нападающего на более крутого. Ситуация сложилась таким образом, что на месте ЛФА нету бронзового равного, поэтому просто Хесели поставили вместо забившего гол. Человека, в общем, шило на мыло, но как бы тут ничего не делаешь. У него команда Patriot Stars, джип, итальянская форма, Manchester United. И что мы видим? Крутую команду довольно. Брэд Красавчик. Да! Да ладно, вот это! Конор Брандт дал пас на центрального нашего нападающего, которого мы и меняем. Вот это я понимаю игра. Тут же, спокойненько, лассете, так раз, идем. Без каких-то выпендрежей. Лассете. Тоже быстрый парень. Оказывается, в первом матче я этого вообще не замечал. Ну, надо было навешать уже, конечно. Сейчас Брандт навесит, и кто-нибудь забьет. Я просто так сказал. Я сказал просто так, как бы я не рассчитывал, честно. Это что за покемон? Метров с 12-13 Роча, ЦПшник. И человек, просто патриот-клуб, меняет игроков. Наверное, сейчас думает, кого выставить против такого крутого состава. Что это против меня играет супер-мега-звезда? Нет, это просто мне везет. Брандт, Акендри, Лассетер. Да ладно! Еще один гол! Тут игра поперла. Бронзовая команда меня радует. Лассетер
на Маккендри, и мы меняем двух ЦПшников и центрального форварда. Это просто шедевр. У нас 3-0 после первого тайма с такой командой. Да, все-таки просто первый матч, видимо, был такой пробный, случайный. А сейчас, как видите, мы раскатываем. Оборонцы прыгают. 0 ударов в створ, у нас 3 гола. Раскатать пытаются, но нет. Сегодня... Нет, сегодня просто везет. Ребятушки, так не бывает, чтобы у них все не шло, у нас все шло. Но сегодня такой день. Шедеврально. Есть ошибки, но у него их намного больше. Так, 3-2. Квадрата. И без комментариев, пацаны. Просто без комментариев. Что ты сделает? О! Там! Блин, я бы сейчас ржалась и забилась. Что же нам? Ой-ой, Квадрата. Ну тут надо забивать. Как? Я думаю, что у соперника такое же восклицание. Потому что как? Ну что, давай. Нам не нужен гол. Ребята, все бы такие матчи были, когда у соперника ничего не получается совершенно. Ни в защите, ни в нападении. Не, на самом деле таких жалко, ну не по игре. Просто у человека не идет игра, у меня игра идет наоборот. Но Брандт не забивает, только пока дают голевые пасы. В общем, 3-0. Сейчас заменим игроков, которые у нас забили, и посмотрим, к чему мы пришли к следующему туру. Команда пополнилась вот кем. Морел у нас в нападении, 84 скорость, удар 52, ну, 80 скорость нормально. Стердзер и Кабаяши. В принципе, вокруг Брандта собираются постепенно хорошие, лучшие игроки. Левый фланг у нас вообще просто весь зеленый, сыгранный, очень круто. Спасибо за внимание, ставьте лайки, не за горами следующий выпуск, вы лучше всех. Прошлое видео, там подписка на канал, еще одно видео. Пока.